15 километрах от Бермудских островов на дно Атлантики погружается батискаф «Нектон». На его борту ученые, участники одноименной миссии. Ее цель – проверить здоровье океана. Исследователи встревожены тем, какой ущерб наносит деятельность человека в водной экосистеме. Погрузившись на глубину 60 метров, ученые берут пробы воды для химического анализа. Тем временем дайверы снимают дно в деталях на камеры с высоким разрешением. После погружения исследователи сделали первые выводы. Коралловые рифы в основном здоровы. Небольшая рыба присутствует в изобилии, а вот крупной практически нет. Это результат чрезмерного вылова. Профессор Алекс Роджерс говорит, такая разрушительная деятельность вредит всей экосистеме. И это на небольшой глубине. А представьте, что произойдет, если растягивать сети на глубоководье, где находятся пласты кораллов. Сотни лет потребуются для их восстановления, если они вообще смогут восстановиться. Участники миссии «Нектон» считают, люди должны начать действовать сейчас, чтобы сохранить океаны. Мы знаем, что океан меняется, причем самыми быстрыми темпами за миллионы лет. Миссия «Нектон» продлится до середины августа. Исследователи побывают в открытом море, а также будут изучать воды Северной Атлантики у побережья Канады.